Всем привет, как ваши дела? Вот вышла из дома, сейчас направляюсь в салон. Сегодня у меня покраска волос. Решила покрасить волосы, исправить вот этот цвет, потому что это мой неудачный эксперимент с волосами. Сама покрасила в домашних условиях. В домашних условиях покрасила волосы и получился вот такой вот цвет. Теперь хочу исправить. Сейчас поеду в салон. Сегодня на ужин сурамо, вот натираю морковки на терке, осталось 3 натереть и буду обжаривать морковку с луком. Натерла морковку, нарезала лук, сейчас буду обжаривать. Здесь у меня я буду обжаривать на сливочном масле. Кусочек сливочного масла. Закинула обжариваться лук. Добавляем морковку. Сейчас перемешаю. Теперь мне надо еще растопить микроволновку вот этот кусочек и половину. Сейчас растоплю микроволновку. Морковка уже обжарилась, сейчас выключу газ. Здесь уже растопила в микроволновке сливочное масло. Здесь тесто уже готово. И сейчас буду делить на шарики. Так, морковка обжарилась. Добавим сюда немножко сливочного масла. И сахар. Немножко сахара еще. Вот такая вот начинка получилась. Сейчас подожду до остывания, а пока займусь тестом. Вот, поделила на такие вот шарики. Сейчас буду раскатывать. Очень тонко. Немножко с маслом и раскатываю начинку. Закручиваем рулет. Еще горяченькие, но очень вкусные. Всем приятного аппетита. Хочу быстренько приготовить печеньки. Для этого нам понадобится 70 грамм растопленного сливочного масла, 170 грамм муки, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и 90 грамм плитки шоколада. Приступим. Растопленное сливочное масло добавляем 1 яйцо, сахар,
щепотка соли и добавляем муку и разрыхлитель. Добавили разрыхлитель, теперь замешиваем тесто. Вот такое вот тесто получилось. Теперь убираем в морозилку и примерно на час. Тесто добавляем шоколад. Вот так вот и убираем где-то еще на полчаса в холодильник. Вот такие вот печенюшки сформировала. Сейчас поставлю разогретую духовку при температуре 160 градусов. Вот такие вот печеньки получились. Попробовала, очень вкусно. Готовьте по моему рецепту. Всем приятного аппетита! Окулисту проверила зрение, все хорошо, теперь вышла, поеду домой. По дороге домой заскочила в Скорпион и взяла вот такой вот спрей для волос. Хочу снова восстановить волосы. Посоветовали этот спрей. Буду пробовать. Сегодня у нас на ужин фунчоза. Я уже подготовила. Здесь у меня 2 зеленых болгарских перца, 2 красных, 1 помидор, 1 баклажан, лук и 5 зубчиков чеснока. И мясо. Мясо нарезала, баклажаны нарезала. Болгарский перец, лук, помидоры и чеснок. Включила казан, сейчас буду обжаривать. Добавила лук. Немножко томатной пасты. Фунчозу я залила кипятком и оставляю на 5-7 минут. Теперь добавляем баклажан. Теперь добавляем болгарский перец и красный чеснок. Сейчас добавляем соль по вкусу. Я слила воду с фунчозы, сейчас буду добавлять сюда. Теперь наливаем соль и соль и перемешиваем. И по желанию можно посыпать фунчозы. А сегодня еще решила приготовить пиццу. Вот нарезала колбасу, болгарский перец, помидоры, сделала соус, добавила кетчуп с майонезом, смешала, натерла сыр. Сейчас начну. Дрожжевое тесто сделала, где-то 6 пицц получится. Сейчас поставлю духовку, сразу 2 пиццы, одна круглая, другая квадратная. Получилось очень вкусно. Всем приятного аппетита!